Всем привет, друзья. Пройдемся вот по лесочку. Какая красота. Там ребята работают, выпиливают сушняк, просеки. Оно как для защиты от пожаров. Я уже говорил, плюс сухое, просто пожароопасно. Посмотрите, какие. Здесь, конечно, грунт слабенький, поэтому для этого грунта растительность довольно неплохая, ребята. Суглинок сплошно. Вот это вот дерево маслина, ну как местная наша маслина, маленькая, терпкая, все ее кушали в детстве, кто знает. Грибов в таких вот лесах нету. В брошенных садах, как вы видели, мы ходили, там есть. Таких вот, казалось, дождик был вот у нас вчера там. Ну, здесь они, может, бывает какой-то тут, не знаю, не видел, честно говоря. Птички поют, тишина, красотища. Я когда-то говорил, не знаю, жил тоже на севере, далеко, Красноярский край, там в тайге. В таких леспровхозах жили, что медведи по улицам ходили, в прямом смысле слова, друзья. За малиной как-то пошли, а там малина, вот такие, как вот это кустарники, их сплошняком растут. Ну и собирают все, про медведя шутят. А тут действительно медведь из кустов как рыкнет. Так все стали победителями Олимпийских игр сразу. Усейнами Болтами стали сразу. А когда в Красноярск ехали, там дорога щебнем насыпана. 5 часов ехать. И вот понад дорогой сплошные. 2 метра в ширину, все малина, друзья. Малина, малина, малина сплошная. Вот. Дикий мак. Помните, как в сказке росу собирали, а потом подпаивали их? С дикого мака. Как тихо, красиво. Вот, акация молоденькая, красивая. Шипы какие, видите? Ух! Ух! Вот уже постарше. Акация ж только в мою будет свесть туда ближе к концу. Уже 10 мая. Глядичая или глядючка, на нее говорят, красивая, отличается, видите, по цвету, красоте. А вот это маслина, вот кустики маслины, они очень хорошо выдерживают соленый грунт там на косе, особенно где море, там они неплохо растут. А вот молодые елочки мы нашли, сосенки. Смотрите, ряд, видите, посаженный молодых.
Слава Богу, никто не пришел, не вырвал их. Где-то вот слабенько совсем, где-то вот покрасивее есть, побольше. Ну, видите, какая. Да, за счет слабого грунта здесь оно, даже лиственные деревья, видите, не сильно совсем. Вот небо такое. Надеемся, успеем напилить. Дождя не должно, может быть, все-таки. Парит, но не сильно. Вот такие полянки красивые. Вот видите, сосны здесь красивая, видите, какая красавица. Есть маленькие, ну удаленькие растут. Ну целый впереди маслиновая дикая роща. Слабенько растет совсем. Видите, тут отпахивали защитные полосы. Надо будет еще вспахивать. Вот где желтые цветочки, вот это отсекали. Отпахивали. Вот тоже дикий мак. Маленький, красивый. Красивое дикорастущее растение. Как называется, не знаю. Пусть растет. Вот, вот полынь. Да, понюхайте. Да, горькая полынь. Домашним собакам, кто на улице живет и в будку нарывает, ложат, чтобы лох не было. Ну, вот такая коротенькая прогулка по лесу. Подписываемся, друзья. Всем приятных просмотров. И до встречи на курортах Бердянском.